целях подготовки городских территорий к работе в зимний период и для улучшения санитарного состояния города у нас октябрь месяц объявлен месяцем уборки территории. Значит, 3 октября будет проводиться общегородской субботник, на котором все желающие могут принять активное участие. Значит, жители города могут обращаться в центры по работе с населением. Там, значит, будет информация, где можно взять грабли, мешки и так далее. И, значит, телефон для связи 72 15 34. Это телефон отдела благоустройства. В прошлом году у нас в субботнике принимало участие около 20 тысяч человек. Я надеюсь, что в этом году мы также примем активное участие и данный рекорд побьем. В этом году будет делаться упор, как всегда, на зоны отдыха, то есть парки, скверы, сады. То есть будет уборка и в Ковыринском парке, и в Кремлевском саду, на Евковке традиционно. И также могут волокжане прибрать свои территории около дома. Мы думаем, что управляющие компании также примут активное участие в помощи населению и в предоставлении инвентаря, и также в уборке после данного субботника мусора.